Губернатор Ульяновской области Алексей Русских встретился с победителями и призерами финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Финал чемпионата состоялся в Уфе. Ребята из Ульяновска привезли 11 медалей, 2 из которых – золотые. Это очень достойный результат, который позволил региону подняться на 16-ю позицию рейтинга. На встрече также присутствовал призер чемпионата Европы по профессиональному мастерству «Евроскиллс» ГРАС Александр Иноземцев. Выражаю свою огромную личную благодарность за то, что помогаете государственной власти Ульяновской области и Российской Федерации формировать в регионе и во всей стране общество созидателей. Формировать в обществе уважительное отношение к людям труда. Популяризировать в молодежной среде рабочие созидательные профессии. Делегация Ульяновской области принимала участие в состязаниях по 11 компетенциям в 2 возрастных категориях, показав отличный результат. Глава региона вручил победителям именные сертификаты на суммы от 50 до 300 тысяч рублей. Денежные премии позволят ребятам и их преподавателям совершенствовать свое профессиональное мастерство и реализовывать новые проекты. Призер чемпионата Европы по профессиональному мастерству «Евроскиллс ГРАС 2021» Александр Иноземцев рассказал главе региона и другим победителям о своем участии в чемпионате. Во всех модулях были заложены неисправности различной сложности. Их нужно было найти, указать об этом эксперту в технической документации, показать, как должно быть, и заменить эту деталь. Ну, что там у тебя, какие были неисправности конкретно? Неисправности были в виде отсутствия некоторых элементов двигателя, допустим, цепь на ГРМ, отсутствие тормозных колодок, не запускалась машина, или запускалась машина, но двигатель у нас троил. Александр отлично справился с поставленной задачей. Неисправный двигатель завел за 40 минут. Это в 2 раза быстрее времени, отведенного на решение практической задачи. Ульяновец показал один из лучших результатов среди конкурентов из Германии, Польши, Австрии, Франции, Италии и Норвегии. Чемпионат мне понравился. Запомнилось, конечно, общение с иностранными экспертами, общение с иностранными конкурсантами. Ну и к тому же я сумел показать себя, посмотреть на других и немного улучшить свои профессиональные навыки. Павел Владимирович Поповнин получил из рук губернатора 3 сертификата благодаря выдающимся результатам своих подопечных. Моя задача была только направить их в нужное русло и объяснить, рассказать, что делать, куда делать, как делать и почему делать. Основная заслуга – это их, конечно. Конечно, ребята, они молодцы. Девушки тоже в наших рядах. Был приятно удивлен, когда она достигла такого результата. Это здорово. Успешное участие ульяновцев в чемпионате «Молодые профессионалы» позволяет формировать в регионе и в стране в целом хорошее отношение к рабочим специальностям, а также укреплять учебно-производственную базу учреждений специального образования. Валентина Никонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.